За несколько часов до начала матча между сборными России и Англии Марсель снова превратился в поле боя. По меньшей мере 5 человек получили ранения в субботу в результате столкновений между английскими, российскими и французскими футбольными фанатами в районе Старого Порта. 6 участников беспорядков задержаны. По данным местной газеты «Прованс», 50-летний английский болельщик находится в критическом состоянии после нападения на него группы российских футбольных фанатов. 250 полицейских и жандармов пытаются всеми силами не допустить организованных сражений на марсельских улицах. Полиция была снова вынуждена применить слезоточивый газ. Городские власти приняли решение закрыть станцию метро «Старый порт». Накануне 7 участников беспорядков были задержаны. 4 из них предстали в субботу перед французским правосудием. Им вменяется в вину насилие в отношении сотрудников правопорядка. Матч между сборными России и Англии должен состояться на марсельском стадионе «Велодром» в 22 часа по московскому времени. Полиция намерена сделать все, чтобы траектории их болельщиков не пересеклись.